Народ, у меня крутые новости для всех, кто хочет обзавестись топовыми шмотками. Наши друзья с Tasty Drop сделали крутую обнову, и теперь вы можете выбить Аркану с кейса за 99 рублей. А также вас ждут кейсы, открывая которые можно за раз выбить сразу несколько шмоток. Но если вдруг дроп вам не понравится, то можно легко несколько дешевых заапгрейдить в что-то стоящее. Залетайте прямо сейчас по моей ссылке, вводите промокод и получите бесплатный кейс, а также плюс 15% к пополнению баланса. Ссылка и промокод под видео. Дерзайте. Доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас интересная кастомка, где догон — это прям что-то нечто. Тут, значит, у нас есть пассивный догон, есть АОЕ догон, есть ваншотающий догон. Просто догон, тим у нас будет сейчас. Значит, смотрите, первый догон у нас самый простой, но всего лишь наносит еще 200 урона. При этом, если не ошибаюсь, у некоторых догонов есть время зарядки. Короче, время каста. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Приятного просмотра. Там, кто кушает, приятного аппетитика. Мы погнали. Проспел, звучит вкусно. Прекрасно. Догон, 1200 урона. Здесь у нас догон. Бейзик догон. 800 урона. Не забинжен. Вы угораете? Выпускает мощный между Ешкой и Иркой кнопки. 2000 урона. Я хочу вот этот догон. Ну после Е кнопочка. Это сразу идет. Так, ну на этот догон фармить надо просто. Слушай, ну здесь вроде бы нет проблем с фармом, поэтому. Не понял, почему предметы дают 0 силы? Типа, чтобы всегда шотать догоном? Походу. Да. Я думаю, у тебя и контрспал есть. Там подкоп, если что. Или нет подкопа. Нет, контрспал, я имею в виду то, что КД у него 4 секунды, и ты можешь задоджить. Ну это специально, тут же все с догонами будут. Да. Не, про это и говорю, то что... А можно дума или аппарата наверх? Да, дитя. У меня этот, нельзя контрспел заменить. Это круто. Ой-ой-ой, поставил вард, прям просто поставил вард, прям идеально. Ты какой скакунок. Контрспелец. Забавно. Меня тут решили свапнуться, вайпер. Все, я нашел дагон, который мне нужен. Ой, пассив? Хорошо. Просто лучший. Там 2400 урона. Но вот как раз таки, если не ошибаюсь, именно этот и заряжается долго. Я знаю нужный путь. А, кто-то уже с догоном, нифига себе. Кто с догоном? Как с догоном? Стикер. Откуда как? Догон? Не знаю. 2500 стоит самый первый. А может самый дешевый? Еще дешевле какой-то есть? Нету дешевле. 2400, да, самый дешевый. Ну, 2400, мне 2500. Тебе что, скидка, что ли, персонали? 2400. А, это снайпер догон. Подожди. Снайпер догон. Откуда у него догон уже? Догон тоже прикольный, кстати, вот этот вот. 1200 урона. Метеор догон. АОЕ догон. А, ну АОЕ догон — это типа радика. А сколько он людей уже убил? Одного? Ноль. Он примерно ноль. Стикер ноль, да. Рано. Ну там бейсик догон какой-то. А, бейсик 1000 стоит. 200 урона, 600 дальности, 50 маны. Потом можно... Ну давай бейсик догон. А, мангусики. Ай-яй-яй. Не успел прожать. Да, в смысле? Хорошо! Прям в линку. Красиво получилось. Понял. Это мудро. Хорош! А что здесь медаль дешевый, кстати? Кому интересно. Снайпер догон 1200. Медаль прям дешевый? 2000. За весь. Я знаю нужный путь.
Застрял. Зря. А почему пишется предмет можно улучшить, но у него нет улучшений? Обман очка. Молитвы улучшать. А можно за ней догнать? Да. Можно не так быстро резаться. Я убил вайпера, не успела закончиться его ульта, он уже тпшнулся и ударил еще раз. Вообще, это шо? Блин, ну бейсик догон прям какой-то супер слабый. Хорош. Он просто ходит, просто пинает. Шот догон, я вот этот хочу. Блин, он дорогой сильно. Снайпер догон, пусть будет снайпер догон. Ой, надо хоть какой-нибудь догон собрать. Ладно, давай с арканчиков начнем. Че ты не стал вайпера? Ты бы по вайпера попал, ты бы его убил. А, да? Да. Я отхожу. На, нормально. Какая кроха. Станет. Стой, там еще один бежит. Как ты накопил 1900? Конечно, сделаю. А, тут уже прибежали все. Предусмотрительно. Да-да. Поняла. А, меня спалили, да? Ну, у этого 1500, у этого 800 дальность. Поняла. А, мне 71 нужен. ТП-шки зато долгие. Снайпер догон, на снайпер... Подойди. Ренжа хорошо. Давай, добегу. Ну давай. Почти уже сантиметр. Понял. Но у меня другой опыт. А там просто сверху был как бы... Да я видел. У меня тут вот такое просто. Да, я понял какое. Дай подниму рунку. Вот тут это. Вайпера убил, он уже такой, ну, бежим. Вот это меня сейчас шотнули. А чё, снайпер должен прям ваншот? Ну нет, не ваншот, но неплохой такой. Когда 1100 хп, ваншот. Да. О, где? Слышь, о! Господи, догон, Тим! Меня обманули. Буду урона не наносишь. Вот догон? Да что ж такое-то, боже. Не бейзи, вот этот догон, который 2000 урон должен вносить. Вот, смотри, вот 2000. Оп. Да блин. Может он попадает, когда 2000. Смотри, оп. Опа, вот это 2000, конечно. Так, может у тебя потому что два догона снайперовских. Ну, типа. Два снайперовских. Ну, в смысле, просто у тебя один догон и благается от других догонов. Все с догонами. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Не утруждай себя. Тут вард. Хорошо, застрелили. Хотя они могут нажимать, конечно. Слушай, ты меня видишь? Господи, миллион догонов, ребят, там еще если что догоны есть. Прекрасно. Мне больше нравится наш ВК. Вот там прям кайф. Да. Но не надо. Да за что это пришло? А, там ход догон? Да, вард. Пацаны, вард. Да. Лет 34, он просто вард охраняет. Ну-ка, вот теперь, будет ли она работать? 2400 урона. На 4000 уже это не робко будет. Где все варды? Тут сняли вард? Ну, сопротивление магии. Нет. Ребят. Имба. Ой! А как это? Урона. Я сначала получил урон, но потом не получил. У меня 2400 урона, ну-ка. Ага. Хорошо. О! А есть вард здесь? Так, ну, хорош. Все, я теперь тоже с догоном. Наконец-то. Вот этот догон работает.
А его предыдущая версия. Так, вы сняли вард. Риска. Урон по стройкам 400 при этом. Хорошо. Там пассивного, конечно, нет, но 400 урона. И 0.25 длительность. А ладно тебе. Талиска, у тебя догон вообще работает? У меня пассивный догон. А как он работает? Это тычек же вроде, не? Это типа МКБ. Ну типа, смотри, он как это. Как он... прок джавелина. Да, 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 я же говорю, как МКБ. Ты что это за прок у тебя? 200 дальности потом применения. Да не полезная прок. Господи, что за... А как хотите, а как хотите? Лазерная война. Хилю. Не, снайперу лучше вообще не отдавать. Вард. Нет. Нормально, нормально. Я только что нажал контр спал, а этот вайпер не откотрился. Пока, брат. Да боже. Я вам что, вард что ли, или что, шрапнели? Ты как умер? Там задержка дает. Да, 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 я ж вот тоже в прошлый раз не понял, это что такое? Мана-аура, прикольно. Снайпер-догон? Да почему все называется снайпер-догон, если я снайпер и я догон? Мне интересно больше, как вот это работает. Хорошо. Видел вот это, как работает? А, все, вопросов нет, я понял. Хорошо. Я не очень понял, что тут произошло, но... До свидания. Пусть бьет. Мне пока. Да хилится! Я не брошу друзей в мире без зимы. Я тоже побью им базу. А, там башни вторые улучшенные, да? Да, дитя. Меня уебьют или что? А, нет. Надо бы аганимчик собрать. Сейчас бы наверх. Я знаю. А не хотите задогонить Рошана? Можем. Задогнать. Риска, смотри, как здесь работает пикарюха. Сейчас тебе показываю. Да я куда я смотреть? Я и тоже играю, блядь. Да вот сюда на мид посмотри. Ну смотрю, и чё. Вот догон. Ай. И чё? Чё я должен был увидеть? Постановилось прикольно. Да что? Ой, пан, там догоны, догоны! Вот вам ренджа, пацаны. Еще не время. Блин, жалко, конечно, что здесь обычные итемы убрали. Почему? Типа, они... Потому что я не хочу догонами играть. Депорт стоит, а сотрел стоит 1200. Догорел. Да отстань от меня. Ты чем надо? Он сейчас умрет, а вот по идее. А мой где? Вот он, задержка дает. Он всегда сразу давался, абсолютно всегда. Он успел прожать! Обожаю эти догоновые войны. Интересно.
Вижен, вижен. А где моя дальняя? Хорошо. Зака, ты можешь на этот топ кушать. Я докушал. Я крипов жду. Так, теперь бы огоним. Мои-то крипчики идут дальше. Да, это три даже. Да, да, 100% не нападаю, понял. Где МКБ? Нет МКБ. Да ёперный балет! Как-то Аганим тут супер странно собирается, только сейчас заметил. Ой, да боже. Ой, хороший скилл. Предмет. А что это у них? Метеорхаммер, а где он? Это Дагон. О, дайте ли... Создает щит, блокирующий. И зачем Муншар купил? Магического урона. Дайте ли... Прекрасно. Солистка, почитаешь, Муншар дает? Ай. Что? Что он дает вообще? А. Ничего, съешь его. Понял. Дайте либидо подержать, пожалуйста. У меня 2000 макарона съедаешь. Ладно, тебе правда нужен? Так, аганимчик есть. Найс. Тут тридент есть. Ну как тридент? Он немного другой. А толку-то от него? Да, нормально. Ноль к силе. С этим нормально, да? Куда он делся? Вот что мне надо, мне нужен. Хорошо. Мне нужен этот радиант стакан. Fallen Sky, пацаны. О, нормально. Ну, а аванпост. А есть Vision? Сгорел. Воу-воу-воу-воу-воу! Тут их слишком много было. Тут ребята будут помочь? Хорошо. Сейчас пассивно их догоним. Посмертно деремся. Дабл килл, хорошо. Смертно просто. А вот индис тут мега странный. В плане? Он срабатывает при 10% КП. Конечно, сделаю. Так, нет, я все-таки хочу вот это вот. О! Я же в идеальный тайминг нажал. Машу крыльями. Продам, пожалуй, я эти догоны. Буду через чисто через пассивный догон. А у нас падает линия. Предусмотрительно. Датушки. Как же долго эта провокация висит. Ну
Догон, кстати, имба, который это. Пассивный догон имба. Да. А что ж тобой не так-то? У меня дела вообще отличные. Слушайте, у вас как? У меня прям максимально хреново. Ой-ой-ой-ой-ой! Не в спину вышли. Тут ребятки. Да умри ты уже. Хорошо. Не спеши. Смерпаш. Сендряк поставил. Шот словно лед. До свидания. У нас ребята базу ломают, если что. Ага. Да, дитя. Забыл. Расстрелять всех! Твой гадкий смрад прогонит морозная свежесть. Как здесь вообще кого-то попытаться даже убить? Типа, если ты не можешь банально ничего сделать, потому что они просто резаются мгновенно. Да вот никак. Отвратительный респаун тайм. Мне кажется, идеальный. Тут не работает, давай. Да работает он просто стесняется на камеру. Можно попробовать подпушить как-то. Ой. Где он его взял? Так, у нас тут рефрешер надо убивать. Пацаны, а у нас база немножечко падает. Да не немножечко. У нас падает. Немножечко. У нас в любом случае баночка бы сгорела, потому что мы играем против Расты. Снести, змейки. Ну, типа, Расты придет еще раз. Я же говорю, это не спам. Ну, Dagon Team, нормальная тема, хорошая кастомка на разочек. Ссылочка не будет в описании, но в начале видео всегда есть, показывается, как называется кастомка. Спасибо за просмотр, всем пока.